Всемирный банк в свежем обзоре перспектив глобальной экономики повысил прогноз роста ВВП Китая на этот год с 4,5% до 4,8%. Ранее аналогичные прогнозы улучшил и Международный валютный фонд. В МИД КНР заявили, что эти оценки говорят о росте уверенности международного сообщества в китайской экономике. Как вторая по величине экономика в мире и важная составляющая глобальной экономики, Китай на протяжении длительного времени вносит значительный вклад в мировой экономический рост. Устойчивый и стабильный рост китайской экономики сыграл огромную роль в содействии восстановлению мировой экономики. Предыдущее исследование Международного валютного фонда показало, что каждый процентный пункт увеличения экономики Китая повышает объем производства в других экономиках в среднем на 0,3%. На фоне сложной и изменчивой международной обстановки, экономика Китая сохраняет достаточный импульс для сохранения позитивной динамики. Мы готовы делиться дивидендами и возможностями качественного развития со всеми странами мира.